Всем доброе утречко. Мы проснулись, вернее, я проснулась, Игорь еще валяется. Мама на работе, папа пришел с работы. Я сегодня делала на утро панкейки. Это она пухает, воспаление идет. Это же тоже ненормально, правильно? Нам бабушка дала бананы, и они такие уже начинают чернеть. Дала много, несколько связок, мы столько не съедим. Поэтому принято было решение, мама говорит, сделай панкейки, ты вкусно делаешь. Вот, я разминаю 5 бананов и 3 больших яйца домашних, думаю, более чем. И сейчас добавлю, не знаю, ложки 3-4 муки. Мам, такая старая банка для муки. Вообще, когда чупа-чупсы вот так вот были, такие круги, вот так ставлю на чупа-чупсы. Следующий раз еще раньше торговали родители. Я грею сковородку, на сухой сковороде буду делать. Вот, так что поехали. Ты хочешь со мной, хочешь на лишь, ну что же ты вся горишь? Шептала мне о любви, но мне нежно целовала. Вся такая белая, но не для меня. Вся такая в платье красивой, день это дня. Делаешь мотивы. Так, мы вышли на улицу с Игорем. Игорь тоже проснулся. Идем в это маленький нарвать, клубнички нарваться. Смотрите, у нас, видите, многоразовая клубника. Еще есть муха. Еще есть вон там. Ну что, смотрите, мы целую чашку нарвали. Это мы еще не старались, еще там, тут. Так что многоразовая клубника — это вообще вещь. Потому что, знаете, такое бывает, когда сезон начинается, ты такой, о, ну что-то как это не особо хочется, когда ее нет, так хочется. И есть вот такая мелкая, где-то помельче, где-то она это, но она вкусная. Так, ну что, такая красота у меня получилась, я на всех сделала, на родителей, на нас красотень. Прям хотела, мама пришла. Мы завтракать. Я, знаешь, мам, короче, что говорю, папе, это ты включил мотор или Игорь не выключил с ночи? Я испугалась. Не знаю, без разницы. Любая. Да давай голубую, а сердечком папе. Вот, мама тоже пришла, тоже к нам подсядет сейчас завтракать. Вот мы только-только вышли как раз. Блин, ребят, так вкусненько вообще с нутеллой. У нас еще есть апельсиновый джем. Да, с нутеллой, клубника, нутелла, сочетание, да, банан. Вообще вкусно. Может, папа тоже к нам сейчас присоединится, он купается. Вкусненько, да, милый? Угу. Молодечко. Ой, нифига, ты так демонстрационно ешь, неприлично. Не в твоей манере. Еще раз. Покажи, как это все. Тебя нутелла теперь в рекламу позовет. Так, ребят, ну что, реально рюкзаки отстирались. Рюкзаки отстирались, короче, и сумка отстиралась. Я вообще в восторге. Еще, кстати, кучу белого белья постирала с этим порошочком. Так что, короче, реально хорошая рекомендация. Блин, жучок там, а. Так, ну я тут кучу, правда, белья перестирала. Родители уехали. Ой, Игорь, посуду тут поставил. Родители уехали насчет папиной ноги. У папы нога болит. А мы заносим все завтрака. Поливаем. Скоро надо будет на работку идти. Вышли с котейками погулять. Сир! Пофигу. Сири какая-то постоянно цветочки нюхает. Да, Сир? Сириус. Кс-кс-кс. Гулёна. Смотрите, котейки у Игоря какие классные. Кс-кс-кс-кс. Так, ребят, мы поделали дела. Пополивали. По работе там отвлекались. Я пошла искупалась. Голову захотела помыть, пока вода хорошенькая такая в душе, не сильно горячая. И мы сейчас решили покушать. Что-то уже проголодались. Я вообще сладкие завтраки как-то не наедаюсь. В общем, у меня тут спагетти с фаршем, сыр творожный захотелось, салат. Игорь тоже сейчас придет. Хлебушек, сок и сейчас Игорь себе тоже там наложит, придет. Может, что-нибудь глянем. Я вообще думаю, может поспать чуть-чуть еще, пока никого нет. Так, ребят, ну что, мы выспались, поспали прям так хорошо. Я встала, чуть захотела подкраситься, одела вот это домашнее платьюшко. Вот, такая кудрявая. Вот. И что?
Ну что, Игорь тоже встал, сейчас мне ноутбук принесет, надо по работе садиться, делать дела. Мы решили в кухню пойдем, там что-то так жарко, мы по очереди. Я сейчас за ноутбуком дела поделаю, Игорь пока раскачается после сна, потом он заберет ноутбук. А я, наверное, в телефоне посижу, помонтирую там, ну найду чем заняться, короче. Кстати, ребята, я, по-моему, не говорила, мы сюда в кухню переехали работать все-таки, потому что ноут, на одном ноуте неудобно. Вот, и мы тут с котиками валяемся, и они заодно тут с нами, наши трудяшки, ретлик там. Так что мы в работке. Игорь мне малинки принес. Ой, короче, сейчас покажу вам. Мне тут воспоминания из 2GIS пришло, фоточка такая, мы с Игорем еще тогда только-только встречались. Игорь, смотри фотку такую, возьми телефон, помнишь такую фотку? Возьми, а то у меня рука занята, помнишь такую фотку? Давно было, да? Прикольно, да? Прикольно? Игорь нравился такой желтый цвет волос. Сейчас до меня отфоткалась. Нет, мы уже с тобой общались. Нет. Да. Ты не носила это платье? Это. Я в Ольховке жила. В Ольховке на каникулах. Мы с тобой общались. Да, общались, я помню. Да, но не жили. Не жили, нет. Не общались жили. Просто. Друзья были. Сейчас. Так, мы, короче, поработали, пришли готовить. Вместе с Игорем готовим помидорки сегодня. Мама пирожки нас варит. Вот, в общем, ну, вытаскиваем серединку и начиняем фаршем, все просто. Так, ребят, ну что, поставила готовку, сижу. У меня в последнее время так глючат часы. Это вообще какой-то бред. Они постоянно высвечиваются телефон и меряют, нифига, пульс стоит, прочерк. Сейчас, вот, видите, прочерк. Ой, блин, бесит. Я хотела 8 Mi Band брать, но у них нет русского языка. Вот, и, короче, я их пока не буду брать. Не знаю, какие-то, может, другие смотреть. Бесит. Ириска гуляется и такая ласковая. Что ты? Что ты? Ужинать. Любимая мамина пирожка, да? А что, можно что-нибудь приличное включить? Нормально, спина. А, еще у нас подсветка, смотрите, какая. Вау. Хрумкаем там сухарики. С чем они? Кальманом? Кальман. Короче, у меня что-то сегодня такая ломота, ломит ноги, колени. Это когда скоро 30. Короче, прям правда, реально. Спину ломит, а что-то вообще состояние. Одела, короче, часы вот эти разбитые. Помните, из самоката разбил их? 7-е. Мои вообще не работают. Игорь смотрит фильмы. Как фильм у тебя называется? Супер. Ну, супер. А я в телефоне сижу. Перебираю тут свои моменты. А я скучаю по тебе.